Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Так, смотрим, что у нас здесь. 250 золотых. Ребят, я не знаю, было написано, миссия выполнена. И вот я нажал и получил пиньяту. Так, это у нас фасолька. Чилибин. Окей. Так, дальше у нас близнецы сиамские, да? Горохострел, отлично. Все. Да? А что-нибудь еще дадут? Так, это у нас... А если мы пройдем с вами следующий уровень? Ну что, поехали, наверное, да? Будем потихонечку приступать к прохождению основной кампании. Кстати, вот кто-то мне сказал, что Рэй, поиграй вот в этот режим. Пенни Пурсует. Я не знаю, что это такое, друзья мои, что это за Пенни Пурсует. Я знаю, что вот аренушка была у меня. Так, турнир закончен, да? Мой реворд 18 гемов и 175 голды. Слушай, ну, спасибо хоть на этом. А что, сбрасываться это не будет все? Я дальше могу продолжать? То есть, если я дойду до сюда, мне будет 50 гемов доступно. Хо-хоу. Так, тут еще какой-то турнир. Тот, кто мне давал ссылку, ребята, на русификатор. Я еще раз повторяю, я пробовал поставить. Когда в первый раз играл в нее, я ставил, у меня все было нормально, все было переведено. Сейчас почему-то не работает у меня. Слушай, я пока не знаю. Фриплей. Фриплей, то есть это вначале вот это, потом конфетки, потом пиньята. 1000 голды, какой-то горящий зомби, опять конфетки и опять пиньята. 3 штуки. Слушай, ну хотелось бы, конечно, этим делом заняться. Турнирами и так далее и тому подобное. Но все-таки вначале мы... пойдем с тобой на наши легендарные приключения. И, кстати, давай-ка мы, наверное, с тобой забежим на 5-м уровне, да, мы с вами? Да, всего лишь на 5-м уровне. Давай зайдем к себе на огородик. Я хочу просто посмотреть, что у меня тут созрело. О, финансульки. Это шикарно. Кто здесь у нас? Ух ты, близнец горохострел. Отлично. Так, мы сюда посадим, сюда и сюда. Орешек, чилибин и... ромашка. Ну что, мне пригодится в следующем этапе. Возьмем с тобой, наверное, обычного горохострела, да? Или это все-таки скоростной горохострел? Не пойму, ребят, тут непонятно мне. Я не знаю, бумеранг я пока, наверное, трогать не буду. Вообще, вы мне сказали, лучше, Рэй, перебереги это все дело для боссов. Может быть, оно того и стоит, чтобы применить, точнее, поберечь это все для боссов. Ну, а сейчас мы с тобой выдвигаемся. Так, мы с тобой на Диком Западе, как мы помним, да? Да. И 5-я миссия. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Какие-то злые зомби-бабки. Так, подрывник, как всегда. В общем, здесь мы с тобой возьмем близнецов. Здесь мы возьмем с тобой... ну, подсолнухи обязательно, конечно, как же без них. Также нам, наверное, здесь пригодятся орешки. Только не вот эти орешки. А, у нас здесь нет большого еще пока, да? Тогда придется обычный взять орех. Плюс дракончика возьмем. Возьмем бумеранг. Возьмем бонгчой. И какой же? Вот этот, по-моему, да? У нас желтый. Да, то есть он будет у нас сразу же стрелять ультой. Хотелось бы, конечно, посмотреть, кто такой Чилибин. Вот серьезно тебе говорю. Кто такой Чилибин? Мне поменять есть на кого? Абсолютно не на кого. Ладно, друзья мои, давайте смотреть. Ой, у нас что-то тут всего лишь одна тележка. Ну, естественно, начинаем с наших маленьких. О! А что это мне подсолнух так радостно? Солнышки вручил. Спасибо тебе большое. Неплохой старт. Так, идет. Идет. Подожди-ка. Если он у нас вот такой, ребята, да? А зачем? Мне лучше сюда, наверное, ставить вот такого вот. Сиамского. Куда ты, зомби, идешь, а? Вот скажи мне, куда ты... куда ты свои лыжи навострил, я не пойму. Ну что, разберись-ка с ними тут. Высаживаем солнышки, друзья мои, высаживаем. Так, солнышки. Наверное, мы сюда вот с тобой бумеранг влепим еще. Все это забираем. Расстрел такой глобальный. Так, идет какая-то бабка у нас. Непонятно, что она делает. Тоже пока не знаю. Но вид у нее очень злой. И если это вообще бабка. Это мужик, просто был в этом.
Дима в ковбойских шмотках. Ну, так можно это назвать, наверное. Так, что, что, что? Бонг, что, ты справишься без ореха или нет? Справляется, причем на изи. Причем на изи. Так, давай мы из него всю дуру выбьем. А это, ты что, смотри. У него под курточкой, оказывается, еще вон там защита. Окей, давай. Бумеранг, ты что стоишь-то? Будешь работать сегодня или нет? Будешь? Уже начал работать он. Так, хорошо, вот сюда поставим еще один орех. Вызовем маленечко подсолнуха в себе. Так, пока все тип-топчик. Надо будет еще поставить, наверное, нам парочку шарп-драконов. Наверное, да? Наверное, шарп-драконов нам парочку. Так, дай тебе поставить сюда. Он будет стрелять? Да, он стреляет. И все вроде бы тип-топ. Так, смотри, здесь у нас ореха, оказывается, не было. Как же я так лопухнулся-то? Забыл про орех, или они просто его уже слопали? Мне не нравится вот эта вся заваруха, что тут они устроили. Эй! Этого деда надо пресекать заранее, друзья мои. Нельзя его пропускать. Иначе будет всем очень плохо. Окей-доки. Да, двойных нужно ставить все-таки. Периодически расставлять по местности. Потому что если эти аглоеды будут перепрыгивать, да, по крайней мере, сиамские близнецы смогут нас прикрыть. Нормуль. Так, поставим сюда бумеранг. Что-то их тут как-то много, или мне кажется. Или мне кажется. Так, орехи все целые. Орехи все целые. Это что, волна сейчас пойдет, что ли? Ага, вторая волна идет. Усек. Так, можно потратить один листик. Давай вот сюда потратим. Ох, как поджарили. Еще листик у меня есть, да? Один в запасе. Давай сюда потратим. Ох, как разогревает, а? Он этих зомби. До критической ситуации. Давай, давай, давай. По-моему, все, ребят. По-моему, этот уровень у нас пройден. И если мы его прошли, то я тебе скажу, что он мне показался очень и очень легким. Ну, как говорится, это всего лишь какой? Пятый уровень, да? Пятая миссия у нас была. Мы с тобой что-то открыли опять. Коллекция семян. Хм, ладно. Ну что, продолжим. Следующий уровень. Окей, так, опять у нас тут Дэйв со своей машиной. Так, ну понятно. Защищайте свои растения от зомби. Так, с пианином там, чувак, или с фортепиано будет сейчас идти. В общем, делаем с тобой что? Берем кукурузу, бонг чой, берем орех. Я надеюсь, здесь не будет этих прыгунов. Надеюсь. Все-таки я хочу посмотреть, что такое чили бин вот этот вот. Острый. Ну, острый этот, как его? Острая фасолинка или острый орешек. Так, шарп-дракон, я уже к нему просто, как говорится, привык. Подожди, а мне нельзя... мне нельзя здесь подсолнухи брать. И 2000 энергии солнечной сразу мне дают. Вот оно как. Ё-моё. Тогда возьмем с тобой тройничка и... Кто у нас... Слушай, а пианист боится, интересно, вот этих вот шипов? Или нет? Посмотрим. Все, ребят, пока больше мне некого брать. С тобой сделаем вот таким вот образом. Вот так вот. Орехи. Хватит у меня тут на все это дело-то. Вот так вот орехи поставим. И бонг чой. Под каждым, так сказать, орехом. Кукуруза, только одна, да? Ну все, ребят, запускаем. И смотрим. Let's... Ну все, 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 посмотрел. Let's rock. Погнали. Возможно, без применения, как говорится, магии у меня здесь ничего не получится. То есть, ну, придется потратить. Надеюсь, что не придется, но, скорее всего, без этого не обойтись. Потому что я вижу, солнышек не падает энергии, да?
Так что все в наших, как говорится, руках. Угу, угу. Бончо тут еще немножко помогут. Так, еще у нас с тобой три листочка есть. То есть это на крайняк, если что, нам придется, ребят, с вами применять их. Пока у нас с тобой есть вот эти вот орехи. Ой-ой-ой, танцуют они, танцуют они. Ты посмотри на них. Давай запустим, наверное, с тобой, да? А где? А, мы уже уничтожили, да? Одно это фортепиано. Танцуют, танцуют. Они, видимо, когда танцуют, то ли они ускоряются, то ли еще что-то в этом роде. По-моему, да, по-моему, у них как бы повышается скорость. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, держимся с вами до последнего. Держимся до последнего. Если что, придется даже применять немножко, как тебе сказать, магии. Ой, магии. Ну да, в принципе, магия, заклинания. Опа-на! Родной, я что-то не понял. Значит, все-таки, да, значит, это фортепиано может уничтожать. Уничтожать наши орехи, давить. Но это, конечно, плохо. Это очень-очень плохо. Что? Волна. Друзья мои, сейчас пойдет волна. Да блин, да что же вот ты будешь делать-то? Вот посмотри. Раздавит, раздавит он, не понимаешь? Ну а что делать, друзья? Ну, видишь, энергии нет. Еще один, да? Еще один там баламут бежит, смотри. Нет, я могу, конечно, позволить пройти им, да, вот здесь вот. Включить на Бончо его ульту, и он тут всех раскрошит. Это как пить дать. Но и в то же время это большой-большой-большой риск. Но что, врубать придется, что ли? Придется врубать. Окей. Раз это у нас последние, да, идут там. На них просто делаем офигенный акцент. Ну и добиваем. Да, ребят, пришлось потратить нам, грубо говоря, 2000 монет. Ох ты. Новое растение мы с вами заработали. Это у нас, по ходу дела, стручковый какой-то горох. И опять тут Дэйв. Что он все время мне что-то объясняет? Эй, зомби с котелком на голове. Плохо? Это плохо. Ну что, подсолнух, как всегда, возьмем с тобой, да? Этот крепкий зомби, я даже не знаю. Хм, ну, Бончо, орех, это уже как по стандарту. Возьмем с тобой кукурузу. Шарп дракон. Когда же ты, парень, откроешься-то, а? Я хочу тебя получить. Ты будешь намного лучше, чем наш маленький друг. Так, кстати, попробуем вот этот с тобой, да? Потому что это новенький, и надо его посмотреть, что он из себя представляет. Слушай, можно, наверное, взять либо капусту, либо бомбочку. И что-то мне подсказывает, что, Рэй, бери бомбочку. Поехали. Была, не была. Ох, ну, естественно, начинаем с рассады. Как-то тут странно немножко. Это почему-то здесь впереди. Причем так близко. А это, наоборот, позади. В чем подвох? Зомби, зомби. Да я понял, что зомби. Так, на всякий случай мы поставим с тобой здесь бомбочку, минку. Так, поставим сюда кукурузу, пускай она бомбит. О, окей. Пошло, пошло дело. Я поставлю, наверное... Ага. Сейчас мы с тобой вначале сделаем, ну, обычную линию обороны. Обычную линию обороны. Так, наверное, нам... Не знаю, нужен ли нам там орех. Посмотреть хотелось бы, что вот это за растение и что оно делает. По идее, должно также, наверное, стреляться... Ну, горохом. Только, может быть, какое-то будет небольшое отличие. Так, что-то мне не очень нравится тут. Поставлю-ка сюда на всякий случай. Так, и пора бы, наверное, проверить все-таки, что делает. Здесь, наверное, будем понемножечку выставлять с тобой защиту. Понемножечку, да? И проверим, что он делает. Да, ребят, он стреляет так же, как и обычный грохострел. Только, по-моему, немножечко побыстрее. Может быть, конечно, мне это кажется. Или, может быть, я так хочу, чтобы оно было. В любом случае, бомбим.
Ага, захотел сюда поставить. Как бы не так, да? Не могу. Ну что ты там прешь? Ну что ты там прешь? Давай вот так вот с собой сделаем. Переместим вот сюда вот. Бабуля, отдуплись. Кукурузка, бомби. Что, волна пойдет сейчас? Уже вот так вот быстро? Да, уже вот так вот быстро, друзья мои. Вот так вот быстро пойдет у нас волна. Так, здесь у нас прикрыто. Если что, вот сюда тоже поставим защиту. Могу вот так вот сделать. Чтоб всем на голову, как говорится, упала эта штука. Ага. Так, ага, вот, вот, ребят, скатил. Ну, в принципе, тут у меня бомбочка стоит. Так что волноваться, я думаю, пока не стоит. Единственное, конечно, что они очень быстро как-то эти орехи у меня тут прогрызают. Чересчур быстро. Ну-ка, давай его попробуем там нахлобучить. Первую волну мы, так скажем, пережили с вами, да? Причем я бы не сказал даже, что плохо, очень даже хорошо. Но ты сам понимаешь, это только начало. Так, что у нас дальше? Шарп-дракон, естественно, делает свои великолепные дела. Кто-то из подписчиков тоже говорил, что шарп-дракон не очень, ну, если сравнить с Бонг-Чой, то Бонг-Чой, типа, намного круче. Ну, и шарп-дракон, не забывайте, по прокачке именно, очень и очень дорого стоит. Так, что у меня там? Так, вроде бы как все хорошо, да? Все вроде бы как под контролем. Пугаться пока не стоит нам. Орехи пока все целые. Так что продолжаем отбиваться. Ага, вот сюда поставим с тобой, наверное, да? Я бы, конечно, поставил бы Бонг-Чой вот за орехами. Но ты видишь, что у нас там нету места. И у нас волна с вами. Волна надвигается, так что мы сейчас с тобой сделаем один наш проверенный фокус. Опа. Ну и в этот момент мои ребятушки уничтожают. Сейчас мы еще с тобой запустим. Пускай они не радуются здесь. Давай. Оп. Ну что, взгрустнулось вам, да, зомбики? Взгрустнулось, я же вижу. По вашим невзрачным лицам. Еще выпустим. Ну и я тебе скажу, что все, тут победа уже за нами. Я даже вот так вот выпущу уже для прикола просто. Найс. Прошли. И опять нам... Почему опять-то, елки-палки? Я, знаешь, по первой части-то у нас все время там зомби отправляли свои вот эти вот записочки, да? И здесь то же самое. В общем, как всегда, очередная записка от них. Ну да, что-то типа того. Типа разыскивается мозг. Награда $500 США. Зашибись. Но мы продолжаем. Мне надо было, если честно, выйти на карту и посмотреть, а что у нас будет сейчас? Босс? Да ну, быть такого не может. Да вы серьезно, что ли? Блин, неужели босс? Хм. А, все, я понял. Это, ребята, у нас... Вот, кстати, и возможность проверить, что же все-таки этот орешек может сделать. Пока он стоит, он ничего не делает, ребята. Он не стреляет, как мы видим. Посмотрим, что он в деле может. А что-то он вообще ничего не делает, друзья. А в чем прикол? В чем прикол тогда этого ореха? Блин, вот почему, ребят, не люблю, когда игры не переведены. Что он делает? Да... Очень-очень интересно. Что же этот орех делает? Такое ощущение, что он должен кого-то то ли пробудить это сна. Помните, как у нас этот кофейный-то, кофейное зернышко. Ну, что-то типа того. Ну, я почему-то не уверен. Так, погоди-ка. Внизу идет очень сильный крепкий зомби с котелком на голове. Нам нужно его, по большому счету, быстрее уничтожить. Может быть, эта фасолька должна здесь долго постоять. Может быть, она прорастет потом, я не знаю. Без понятия. Ума не приложу, в чем прикол. Так, подождите, ребят, нам надо вот сюда вот всех выдвигать.
Потому что здесь идет крепкий зомбарь. Эй, быстрее, быстрее, быстрее расстреливаем. Но... Кстати, есть возможность, ребята, посмотреть, что же все-таки делает. И все? А, нет, ребят, он бомбит солидно, смотри. Один за другим там отправляет свои эти патроны. Так, хорошо. В общем, короче, этот чили... Бесполезный, наверное, можно так его назвать. Или я до сих пор не знаю, куда он нужен. Куда же ты нужен-то, а? Может быть... Да ну, это бред. Что ему делать на тележке на этой? На тележке на этой ему делать нечего. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А как этот ханорик тут прорвался? Бумс, бумс, заплевываем. Заплевали. Так, волна собирается, да, у нас идти? Слушай, ореха, уйди. А тебе толку все равно здесь ноль, так что я не знаю. Что? Что? Какая музыка, блин? Какая чертовой бабушки музыка еще? Раз, два, три. Это все, конечно, хорошо. Раз, два, три, это просто чудесно. Но напрягает меня это дело. Ой-ой-ой-ой, там громозека идет. Ты понимаешь? Там идет гигантский зомби-громозека. Быстрее все силы на этого зомби-громозеку. Блин. Бумс, бумс, давит он тут, смотри. И что он делает, а? Ладно тебе, подбили мы его все-таки. И это хорошо, что мы его подбили. Так, 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 тихо, подожди, 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 давай без вот этих вот танцулек. Ой, ребята, 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 по-моему. Ну, естественно, естественно. А кто бы сомневался, что он тут будет, блин, блин, наяривать, наплясывать? Идите отсюда. Так я же... Ты прикинь, что они сделали, а? Вот так вот, ребята. Уничтожили, блин, все мои... Росточки, все садочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот тут один. Ну, естественно, естественно. А как же без прыгуна? Естественно, никак. Так, еще, ребята, один зомби вышел. Представляешь? Еще один зомби вышел. Ну, если что, может быть, мы его сдуем потом со временем. Со временем, блин. Ну-ка, давай попробуем этих удалить. Могу? Ну, типа мог. Типа мог. Немножечко, да, сдуть их. Так. Давай мы с тобой его сюда вот поставим. Что там делает? Ну, естественно, он раскидывает маленьких зомбарей. Своих. Нам придется опять потратиться с тобой. На то, чтобы вот этих вот дурачков сдуть. Ребят, напишите мне в комментариях. Я знаю, что вы знаете, для чего нужен вот этот вот орешек. Потому что я не могу понять. Я не могу понять, к чему он. Похож на кофейное зерно. Помните, да, которое у нас было в первой части, которое могло пробуждать. Которое могло пробуждать. Но здесь вот что-то как-то вот... Ну, не то. Что, еще хочешь сказать, что мы здесь с тобой не завалим этого, что ли? Да ну, серьезно, что ли? Нет, успел, успел, друзья мои. Новые достижения. Тут много достижений я получил. Ну и долгожданная пиньята. Прикинь, я все практически деньги сфейлил. Грусть. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Ну... 100 голды, это мало. Так, ага. Не могу врубиться, в чем прикол вот это. О-о-о-о, высокий орех, но все равно не хватает нам. И все. Ну что, задание мы с тобой выполнили. Я хочу... Нет, кстати, мы могли бы с тобой пройти этот уровень на изи, если бы я зашел бы к себе на огород и взял бы нормальные растения, которые... Ты понял, да?
появляется сразу с ультой. Вот это да, вот этого базара нет. Ну что, зайдем с тобой сюда, наверное, да, посмотрим. Так, еще одна пиньятушка заработана нами. Ну, 250, худо-бедно, нормуль. Опять это чилибин. Окей. Пипот. Так, и что у нас тут? Погоди-ка, а почему у нас вот это вот? Слушай, давай, наверное, попробуем сыграть вот здесь вот, я не знаю. Это же у нас фараоновская, да, это Египет. Пройдем по-быренькому, получим с вами еще одну пиньяту. Так, что ты, опять? Опять у тебя какое-то хитрое для меня задание, да, Дэйв? Ай, блин, зачем я на это подписался, друзья? Там же Гаргантюа этот. Че, вы хотите сказать, что у меня всего две этих будут? Слушай, а что это вот так классно бомбит? Смотри. Вот это плюет так круто. Это еле-еле, это такими пульками выдает Джазу. Он красавчик, мне нравится вот этот вот. Он крут. Они со временем, что ли, становятся тоже такие крутые? Так, погоди, я что-то все вниз-вниз. Они же, конечно, пойдут здесь еще. Так, тут будет у нас три волны. Слушай, а мне нравится, как они стреляют. Единственное, не могу понять, почему они так делают. Может, они супер-пупер прокачанные? Опять же, ребята, напишите в комментариях. Я больше уверен... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот этот вот плохой. Он сейчас будет бросать своих этих медуз. Да? Ага, конечно же. Конечно же будет. Так, чокнутый с газетой там идет. Подожди-ка, шарики. А на шариках так... А, мы можем и их подбивать? Хорошо. Гаргантюа идет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо тут. Мне... Я сегодня буду, я так понимаю, играть без этих, да? Угу, я так и понял. Мы будем сегодня играть без ульты. Ульту нам не дадут. Хотя она, может быть, и не нужна нам здесь, но... Но, слушай, эти ребята жесткие вот эти вот горохострелы, ты прикинь. Я все, я прошел, походу. Нет, 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 нет. Нет. Роднульки, шпарим, шпарим по этим гаргантюа. Беспощадно, блин, сжарим по ним. Слушай, крутые, крутые. Слушай, я хочу таких горохострелов себе получить. Еще музыка такая прикольная. Спасибо большое, друзья мои. Я прошел, я знаю, что вы за меня рады. Ну и мы с вами получили все-таки эту пиньяту. Я, в принципе, ради нее сюда и шел. Остается только ее вскрыть и глянуть, что нам выпадет. Да? Давай, выйдем сюда. Ну-ка, покажи, что ты здесь нам приберегла. О, сколько? 10 тысяч? Спасибо. Вот, вот это, вот, вот, вот за это тебе огромное. 10 тысяч. Орешек. Ой, слушайте, я не зря, ребята, проходил. Не зря. Конечно, хотелось бы, ребят, пройти вот эти вот ивенты. Все, на самом деле. Я знаю, что они сложные. Порой очень-очень сложные. Иногда ты даже на них тратишь больше, как тебе сказать, и денег, и заклинаний, чем ты потом получаешь взамен. А бывают такие миссии, которые просто невозможно пройти. У меня такое было. Погоди-ка, я не понял. А почему меня сюда выкинули? Я же еще здесь не прошел. Они меня же выбрасывают на следующую локацию. Так, друзья мои, мы с вами можем, наверное, получить новый вид растения. Но в альманахе у нас что-то есть. А что у нас в альманахе есть? Мы можем с тобой кого-то прокачать. Верно? Верно. Конечно, апгрейд. Нашему горохострелу это обязательно. Дальше у нас вишенка. Ну, не знаю, давай, 1000 стоит. 1000 стоит эта фасолинка на апгрейд. Блин, 1000 стоит вишенка-бомба. Да, дорого-дорого стоит. Но, надеюсь, оно того стоит. Так, вроде бы все. Пойдем быстренько с тобой забежим в наш огородик. В нашем огородике, я сказал, в огородик. В нашем огородике сейчас выберем кого-нибудь посолиднее. Так, здесь мы можем, кстати, посадить. Окей. Так, подожди. Ты это правильно, правильно ты, Жужу, ты лети вот сюда вот.
Опыляй. Всего 21 минутку. Так, что мы с тобой возьмем? Возьмем мы с тобой, наверное, нашу бомбочку, да? И возьмем с тобой вот этого красавца. Да, ребята, бомбочка и горохострел. Думаю, с этими ребятами мы уж точно не пропадем. Так, ну что же, мы переходим с вами. Кстати, а почему здесь 21 ключ? Тут 21 уровень, что ли? Заныриваем, короче, сюда. На 9 уровень. И... Дэйв, ты опять за свое? Ну что, я все понял. Так, я все понял тебя прекрасно. Угу. Теперь я при... Да вы что, вы издеваетесь, что ли? Блин. А я-то довольный, думал, сейчас буду себе тут выбирать, ага. Нет, ну вот дают зачем-то мне вот этот вот чили. Зачем-то дают, значит, он что-то может делать. Только вот что он может делать, я не знаю. Так, этот у нас электрический, это я помню, ребят. Только насколько он хорош, этот электрик у нас. Слушай, как-то долго он бомбит, если честно. Очень долго. Он только шапку с него сбил, да? Да ну, ты еще скажи, что ты сейчас сдуешься. Надо же, ё-моё, я уже думал, все, сейчас приплыли. Но нет, он все-таки умудрился. Давайте, давайте, давайте там. Этого не пропускаем. Слушай, ну мне нужно очень много денег. Я хочу за 500. Он стоит 500. Да и какой это ты? Вот этот мне, пожалуйста, выставьте. Погнали. Нужно много подсолнухов, чтобы заработать себе 300. Ой, 500. 500, конечно же, солнечной энергии. Может быть, я могу. Да не могу я ничего сделать с этим. С этим чилибином. Чилибином. Так, хорошо, здесь у нас все отлично. А где, 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 где? Орех у нас в откате. Орех у нас в откате. Вот это тогда мы с тобой сделаем. Прикроем. А, так он, смотри, он может даже бомбить ближайшую линию. Не обязательно, да, только свою пробивать. Ну, братюнь, ты меня порадовал в этом плане. Маленький электрик. Ты меня в этом плане порадовал, получается. Так, ну куда вы прете? Ну вот куда вы прете, а? Хлыщи! Объясните мне, пожалуйста, на милость, вот куда вы прете? Блин, они прут. Они прут. Причем, знаешь, без стыда и совести. Интересно, а что делает у нас под ультой наш вот этот вот электрик? Да? Нет, волна сейчас будет. Мы лучше дождемся с тобой, да? Лучших времен, а потом все это дело используем. Вот сейчас, например, самое то, да? А-а-а, грозовую тучу он вызывает. Он вызывает грозовую тучу, окей. Это тоже довольно-таки неплохо. Это довольно-таки неплохо, я тебе скажу. Ох, как хорошо, хорошо жарим, ребят, очень хорошо жарим. Я вызову еще, наверное, одну грозовую тучу. А ты зря тут прыгнул, парень, тебя же сейчас тут разберут. Такой довольный, да? Думает, у меня здесь не... У меня все подготовлено. Я тут, как говорится, по фэншую. Единственное, не могу понять, почему у меня вот тут вот, грустит орех. Лучше бы я поставил туда, наверное, шокер. Действительно. Почему я сюда не ставлю шокер? Давай-ка. Так, орех мне тут смели. Орех смели, а 500 этих я так и не накопил, да? 500 энергии, так это... Ну, подожди, 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 не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Блин, так дело не пойдет. Так дело, друзья, вообще не пойдет, потому что, ну... Они все прожали, все здесь прожрали, проели аглоеды. Но я прошел. Да, я получаю себе в копилочку маленький стебелек шокер. Это неплохо, это неплохо. Оу, так, с курицами. Что-то этот не пор... А, он когда взрывается, ребята, он выбрасывает кур, которые бегут и топчат все на своем пути. Окей. Значит, здесь нам пригодится вот этот парнишка, да?
Кстати, шипы тоже здесь пригодятся, если хочешь знать. Так, бунчой. Ну, возьмем бунчой с тобой, наверное, да? Так, секунду, мы с тобой возьмем бомбочку. И грохострел. Фух, почесали. Почесали, друзья мои. Начну я, ага, начну я. Пока ничего я не начну. Потому что нам нужны подсолнухи. А будем начинать с бомбочки. Угу, угу, идет, идет. На. Нормуль? Ему понравится, поверь мне. Так, пока не будем мы с вами тут ничего делать. Поставим пока электрических, да, наших ребятулек. Пускай помаленьку будут тут вжаривать. Окей-доки. Давай-давай, ну этих-то мы, наверное, пробьем. Опять же бомбочки. Так, подсолнухи, мне нужны подсолнухи. А уже вот за этими ребятами, наверное, можно и выставлять, так сказать, защиту. Эй, эй, тихо, роднуля. Да что ж такое-то, мы только шапку с него сбили. Вот попробуем так сделать. Шикарно. Ой-ой-ой, а вот и куры, видите. Куры бегут, но не добежали. Хотели, но ничего у них не вышло. Так, а нам радоваться пока с тобой рано. Нам нужно все-все тут расставлять, все минировать по-конкретному. Так, кур-кур главное не пропускать. То будет тут нам с тобой счастье. И выставляем защиту, конечно же. Защита это прежде всего. Так, погоди секунду, что у нас тут? Что такой наплыв идет? Слишком, слишком ярый. Бомбочки, ребята, не забываем про бомбочки. Иди ты в пень, там музыкант этот. Фигов, где он? Кто-нибудь видит его, ребят? Я не вижу. Ага, 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 вон он. Идет громозека. Наяривает. Ладно. Мы сейчас с тобой устроим ему. Музыкантишку этому. Хе-хей. Просто такой расколбас идет, а. Я обожаю этих маленьких шокеров наших. А здесь мы с тобой сделаем защитку. Так, бомбочка где у меня? В откате пока еще, да? Ну, сейчас мы ее опять с вами поставим. Как раз вот здесь вот. На этого чувачка, который у нас там с ведром на голове. Ну что? Еще один шокер влепим, да? И пора, наверное, вызвать грозовую тучку. Да-да-да, грозовую тучку. По вашей душе. Ну все, как-то так. Есть монетки, все это пригодится. Я доволен, ребята. Так, у нас открыт что-то мелон пульт. Сейчас узнаем. Так, что у нас здесь? Рассаду. Рассаду посадим. Такой довольненький. Так, здесь тоже мы с тобой посадим. Капуста пульта. Так, что мы не возьмем? У меня остается только лишь бумеранг. На созревку, да? И капелька. Капелька, ну, эту капельку в любом случае придется взять. Она заморозку делает у нас. И стоит, по-моему, 0 манны. Окей. Ну что, ребята, давайте, наверное, еще один уровень с вами запилим. Да? Квест комплит. Мы что-то с тобой выполнили. Нет, дай мне глянуть, пожалуйста. Вот здесь вот. Ну, конечно же, тут у меня ждет пиньята, а мы ее даже с вами не забрали. 250 голдишки. Так, электрический парень. Окей. Так, понятно. Горошина. И все. Так, а что тут? Это следующий левел. Так, премиум плант to free. Дай-ка гляну, что это такое, ребят? Что-то бесплатно. Что-то там бесплатно. Что такое? Это что такое? А, я должен сам кликать? Да ну? Или он сам? А, нет, он сам.
Фух, я уже думал, блин, надо кликать. Так, подожди. Блин, это бред какой-то. Четыре волны будет. Живуны, да? Живуны. Ну. Зомби идут по всем фронтам. То есть здесь, здесь, здесь. Нам нужно, естественно, с тобой вот здесь все расставить. Они будут жевать их, пережевывать, да? Следом еще пойдут. Четыре волны здесь у нас ждет. Хорошо, давайте. Ой, пока они будут переваривать. Не знаю. Немножко я что-то сомневаюсь. А, кстати, а что делает живастик, этот живун у нас под ультой? Хотелось бы посмотреть. Так, бомбочка. Ну, давай сюда поставим бомбочку. Хотя, наверное, он взорвется. Надо было бомбочку не сюда влеплять. Ладно, фиг с ним. Слушай, ну, по-моему, они здесь пережевывают быстрее их. Или мне кажется так. Или мне это кажется. Бумс, там взрывы. Давай посмотрим, да, что он делает. Понял, что он делает? Он просто его берет, сразу проглатывает. Он... Тихо! Ты смотри. А с летунами как нам быть? А как нам быть с летунами? Ага, этих мы съедаем. Летунов мы все-таки сможем съесть. Окей. Окей, так. Где, где, где растение-то, где? Ты серьезно сейчас вот, блин? Вот. Хорошо там бумкает. Очень хорошо. Так, кто у нас там еще? Где еще сильные зомби? Вот здесь вот, да? Они не угомонятся. Почему-то мне больше не дают живунов, как ни странно. Почему? Почему мне больше не дают живунов? Хм, не пойму я, почему мне больше не дают живунов, а? Так, там с ведром. Так, давай, наверное, вот сюда вот поставим. Ну, лопай. Подожди, а как? А что-то, а что у нас сработало? Прошел, что ли, кто-то? Ну, естественно, кто-то прошел, ребят. Эй! Вот ты как делаешь. Блин! Этот пока там лопает. Ну, съел. Что-то на самом деле как-то... Все очень... Все очень критично, если честно. Да идите вы отсюда. Дайте мне моим... Вот прикинь, я сейчас тыщенку потратил, а сам не знаю, нужно ли мне это. Или не нужно. Так, бомбу, срочно бомбу, мину, мину. Так. А мины, это все хорошо. Так, ульту. Сразу схавали. Сразу схавали, там схавали. То есть, тут большая проблемка у нас, друзья мои. Так, еще один листочек. Давай здесь надо... Ать! Не успел, к сожалению. Воу-воу-воу-воу-воу. Они весь ряд, что ли, заглатывают? Так получается? У меня здесь нет никого, друзья. Нету, сейчас мы проиграем с вами. Ну, лети... Или не будь... Нет, все-таки пролетел. Для меня, если честно, немножко странно было. Я, наверное, неправильно использовал листочек, потому что... Повторить... Ты спросишь, почему неправильно, а я тебе скажу. Он, видишь, как делает ульту, он втягивает полностью весь ряд. То есть, понимаешь, он его съедает. Поэтому это надо делать в самый-самый крайний случай. В самый крайний. Попробуем, короче, с тобой еще разок сейчас пройти. Ну, не получится, ребят, не будем больше тогда париться. Я вообще не знаю, для чего этот уровень. Может быть, просто так. Ничего нам за него не дадут. Но... Окей.
Давай сюда поставим. Этих-то в самое начало все. Мы съедим. Четыре волны. Там еще будет, видел, какой чувак с огоньком идти. Будет идти с огоньком. Вот мины. Не знаю, стоит ли вот вообще их сейчас тут расставлять. По идее, мне нужно как бы расчищать себе побольше расстояния. А мины, они как бы меня тут задерживают, если честно. Поэтому мины, наверное, надо будет все-таки как-нибудь потом. А вначале, естественно, вот нам нужны живуны. Живуны, живастики. На самом деле, я забыл, как это растение называется. Но оно довольно коварное, коварное, да. Так, еще вот листочек, например, у нас. Вот видишь? Вот тут сейчас вот... нет, не успел съесть. Вот, смотри, летят, видишь? Здесь что мы с тобой можем сделать? Ну, например, поставить хотя бы минки на первое время, да? Минки. Вот так. Сейчас придется, хочет этого или нет, применять вот так вот. Видишь? Вот здесь то же самое. Да почему? На самом деле я хотел вот на это растение применить, но ты видишь... Плохо все как-то получилось. Ладно, ждем Да ё-моё. Ждем живунов. Тут вообще слишком их много. Так, что я могу здесь? Бомбочку, наверное, поставить, да? Что-то у вас тут, родные мои, чересчур уж много. Окей. Давай еще теперь сделаем. Вот здесь вот применим. Да куда ты ее просто? Я же хотел вот... Совсем не то делают. Совсем абсолютно не то, ребята, делается. Ладно, здесь их зачикает, короче. Газонокосилка всех. Конечно, это неправильно все. Не так это все должно было быть. Я навожу вот на это растение, причем срабатывает на другое. А он еще и не всех, что ли? Он еще и не всех, оказывается, поедает, понимаешь? Ну, будешь им перекусывать? Перекусывает. Мне кажется, здесь... Вот так вот, давай, 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 всех! Нет, он не может всех, ребят. К сожалению. Всех он съесть не может. И это плохо. Что, придется откидывать, тратиться на них. Да, друзья мои, еще придется откидывать. Да улетите вы отсюда, к ядрене фени. Достали уже в корень. Так, сейчас пойдет супер последняя волна. А вон чувак идет, смотри, видишь? С огонечком, так сказать. Что мы можем сделать? Мы можем сделать вот так вот. Всех, да? Но почему-то кроме вот этого чувака с огоньком. Зашибись. А вот, вот она идет, друзья мои, последняя волна. Фига тут чуваков с факелами-то сколько. А зачем так много-то? Так, давай-давай съешь с этим, с горшком. Ты с горшком-то... Трындец, блин. Все, там взорвалось, да? Так, подожди, а мне надо или не надо? Походу дела надо. Вот так вот это все сделать. Да, ну и давай посмотрим, что мне за это дадут. Я потратил очень много голды. И что? И ничего, походу дела. Мешок денежек. Подожди-ка, у нас тут что-то выполнено. Чампер. Ты можешь его приобрести за 379 рублей. Распродажа типа. Нет, спасибо большое. Выполнил и... И все. То есть я выполнил, я мог купить его за 379 рублей. Ну, издеваетесь, что ли? Молодцы. Супер, конечно, супер. Так, что у нас тут?
Еще хотите сыграть? Нет, не хочу я больше играть. Спасибо. Прям порадовали меня. Значит так, мы с тобой переходим на следующий уровень. Почему меня все время выбрасывают туда, куда не нужно? Причем здесь Египет? Угу. Вот скажи мне, при чем здесь Египет, если мы и не этот, и не пираты? Мне нужен Запад, Дикий Запад, понимаешь? Мы с тобой остановились именно здесь. Wild West. Ну да, я здесь остановился. Можно мне продолжить играть? Так, друзья мои, 11-я миссия у нас. И мы с тобой возьмем кого? То есть, опять мне не дают выбора, да? Опять какой-то... Не, дают. Капельку я хочу взять, да? Что мы с тобой еще там брали для этой миссии? Нет, подожди, капельку? Я ведь что-то еще же там, по-моему, брал, нет? Хм. Значит, получается, я больше ничего не брал, да? Ладно, шар-дракон, кукурузка. Так, орех есть, это есть. А, бумеранг, точно, ребята, бумеранг. Все, поехали. Поехали, здесь возьмем, мы, наверное, поставим с тобой. Ничего мы пока не будем ставить. Будем выставлять подсолнухи. Так вот, да? Ну где вы там, зомбари? Вон, они уже появились. Уже, уже чешет. Уже чешет. Давай, родной, бомби по нему. У нас с тобой есть капелька, не забывай. Которая замораживает этих врагов. Там, правда, ненадолго, но все равно это приятно. Так, бумеранг нужен ли нам сейчас? Ну, по идее, как бы лишним он не будет. Давай вот так вот поставим кукурузу сюда. Хорош уже, а? Так, вот всех заморозим. Орехи пока повыставляем. Что? Подожди, я не помню. В чем прикол-то? Что надо было сделать? 500 солнышек. Что 500 солнышек? Накопить или что? Ладно, давай, я пока ничего менять не буду. 500 солнышек. Ну, по идее, накопить. Вот оно что. То есть мне нельзя тратить больше 500 солнышек. То есть уложись, парень, вот в свой лимит. Окей. Окей, попробуем. Правда, честно говоря, не совсем понимаю, как это сделать. Но. Блин, капелька и бумеранг все продинамил, да, получается? Угу. Я это все продинамил. Подожди, а почему 25 солнышек осталось? Эй! Че надо сделать-то? Ребят, это какой-то бред, я не могу врубиться. В чем проблема? Я трачу солнышки, которые накопил. Почему мне мои тратятся эти? Лимит мой. Фух. Не врублюсь нифига. Просто я нифига не врублюсь. Поехали. Ну, выставляю солнышки. Так. Тут тоже все равно тратится. Несмотря на то, что я... Несмотря на то, что я трачу свои. Как хочешь, так и понимай это, прикинь. Как хочешь, так и это и понимай все. Вот так, а для чего... Что-то я не пойму, ребят. Тратится и все. Сколько у меня еще лимит? Еще есть, да, лимит якобы. Ну, остается, да, вот, то есть вот этим вот ребятам я должен, как хочешь, да, справляться.
Не больше, блин, не меньше. Бред какой-то на самом деле. Ладно. Раз нельзя превышать, ну не будем, будем держаться как с вами, ребят. Я не знаю, это не мои условия, это они такие вот сделали условия, это как хочешь, так с ними исправляйся. Я бы рад бы, понимаешь, еще бы поставить бы сюда пару шокеров бы. Но не могу. Просто не могу и все. Ладно, пол волны мы с тобой. Вот таких вот пойдет штуки три, и все, меня здесь сметут. Нет, я могу, конечно, использовать свою личную, как говорится, магию, да? Могу. Давай применим с тобой, наверное, облачко грозовое. Скалы их тут бомбит пока. Еще листочек получаем. Эй-эй-эй-эй-эй. Я же думал, сейчас пробежит. Слушай, ну, облачко довольно долго летает. И это, кстати, очень хорошо. И это у нас последняя, ребят, волна. Давай выпускать облачко, конечно же. Одно, второе. Надеюсь, как-то нам это поможет. Нам это помогло. Только не говори, что я этот уровень не прошел. Я его должен одолеть на 11-м-то дне. Да, ребята, получил лопату. А лопата что нам дает? Не знаю, что она нам дает. Мне бы, конечно, ячеечку бы лучше. Меланпульт какой-то я открыл себе. Ладно. Сгодится. Что там у нас 25%? А, ну опять же, если мы что-то выкапываем, да, нам возвращают солнечную энергию в виде 25%. Все, я понял. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем, как говорится, большое спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим с вами играть в эту игру. Кстати, у нас там арбузик скоро намечается. Пиньята. Орех-медик кубок. О, ну, до босса нам еще, ё-моё, сколько проходить. Тут морозный арбуз будет даже. Это прекрасно. Тут дадут нам стена орех высокий. Отлично, отлично. В общем, дальше будет весело. Единственная проблема, конечно, что с завтрашнего дня я приступаю к работе, потому что меня выписали. Но состояние мое все равно до сих пор еще хреновенькое. Температура, озноб, короче. Но, понимаешь, с докторами спорить бесполезно. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!